Почему нам не нравится звук собственного голоса? Привет, с вами Евгений, это проект «Популярная география» на канале «Вселенная Beautiful World». Хорошая новость, вы действительно звучите не так, как вас записали, но есть еще нюансы. Люди, выражающие удовлетворение собственным голосом в записи, скорее являются исключением из правил, а на то есть три причины. Первая заключается в особенностях физиологии человека. Звук – это серия колебаний, звуковые вибрации. Вспомним строение уха. У нас есть наружное, среднее и внутреннее ухо. Звучание собственного голоса мы воспроизводим двумя способами. Во-первых, по воздуху. Так мы слышим все внешние звуки. К примеру, шум дождя и проезжающие автомобили. Голоса других людей – музыку. Наш голос, который рождается связками, вызывает вибрацию в дыхательном потоке и усиливается резонаторами. К последним относятся бронхи, трахея, гортань, ротовая полость, носовые ходы и другие полости тела, обогащающие голос красками. С помощью языка и губ вибрация формируется в звуки и слова. Затем звуки выходят из ротовой полости и по воздуху достигают наружного уха, переходят в среднее и потом во внутреннее ухо, где уже преобразуются в импульсы и передаются в головной мозг. Это называется воздушным звукопроведением. Во-вторых, как и все внутренние шумы, мы воспринимаем вибрацию своего голоса через кости и ткани. К таким шумам относятся сердцебиение, прилив крови, щелкание зубами, а также звук собственного голоса. При костном звукопроведении звуковая волна минует систему среднего уха и передается непосредственно во внутреннее ухо. Попробуйте напеть что-нибудь с закрытым ртом. Если при этом заткнуть уши пальцами, звук кажется намного громче. Все дело в том, что вы слышите голос в значительной степени благодаря костной проводимости. Слушая себя в записи, мы уже не можем воспринимать вибрацию через кости. И некоторые низкочастотные компоненты колебаний голосовых связок теряются. Получается, что в записи мы слышим как будто одну звуковую дорожку вместо двух. Так что надо просто принять нашу физиологическую особенность. Вторая причина, по которой собственный голос может не нравиться, кроется в возможностях звукозаписывающих устройств. Аппаратура невысокого качества может легко улавливать середину голоса и высокие частоты, но низкие она ловит не очень хорошо, поэтому в записи голос будет казаться более высоким. Хороший, качественный микрофон обладает высокой чувствительностью и ловит все частоты, но он стоит дороже. Так что стоит всегда учитывать, на какое устройство вас записывали, и делать на это скидку. Третий аспект психологический. Специалисты говорят, что у каждого из нас некий образ собственного «я». Мы представляем себя определенным образом, а снаружи порой слышим совсем не то. И это бывает настолько непривычно, что может вызвать отторжение. Американские психологи Сьюзан Хьюз и Мариса Харрисон провели на эту тему два исследования. В рамках первого эксперимента в 2010 году участникам надо было послушать множество разных голосов и найти свой. Они знали, что их голоса в записи будут, и 93% респондентов определили свое звучание безошибочно. Участники второго эксперимента не знали, что их голоса будут среди записанных. Более того, эти голоса им надо было оценивать, насколько они убедительны, красивы, выразительны и так далее. Когда люди не знали, что их голоса есть в предложенной коллекции, они оценивали свое звучание очень даже неплохо. Так что, возможно, дело в том, что мы предъявляем излишние требования к себе. Если звучание собственного голоса в записи вам не нравится, это поправимо. Можно записаться на курсы по развитию и укреплению голоса, то есть на курсы по сценической речи, а также слушать свой голос в записи и привыкнуть
к нему. Если же неудовлетворение останется, важно продолжить заниматься. Записывать свой голос с разными актерскими задачами, читать стихи. Ежедневная практика, запись себя на видео и диктофон дает свои плоды. Кстати, по опыту могу сказать, что молодое поколение, которое живет онлайн и снимает короткие ролики для разных видеоприложений и соцсетей, воспринимают свой голос в записи очень хорошо. Они как раз привыкли к звучанию, научились изменять его, и у них нет отторжения, которое есть у людей старшего поколения. На этом все. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. Впереди много интересного. А я вам говорю до новой встречи на проекте «Популярная география». Всем пока!